Внеплановая проверка «Макдональдс». Управление Роспотребнадзора области начало масштабную ревизию сети ресторанов быстрого питания, главной целью которой является выявление нарушений норм санитарного законодательства. Проверочные мероприятия будут проводиться около 20 дней во всех заведениях этого бренда, находящихся на территории Саратова и Энгельса. Напомню, «Макдональдс» уже попадал под пристальное внимание надзорного органа. В мае из-за выявленных нарушений ресторан на проспекте Кирова был закрыт на несколько дней. Как сообщили в Роспотребнадзоре, в других заведениях зарубежного общепита проверки пока не ожидаются.